Сегодня же депутаты предложили оградить детей от негативной информации, поступающей из СМИ, компьютерных игр и интернета. В Мажилисе вспомнили про законопроект, который пролежал на полках Нижней палаты парламента несколько лет. Документ под названием «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» парламентарии сегодня презентовали своим коллегам. Законопроект дает возможность провести экспертизу всей аудио, видео и печатной продукции страны, а также интернет-сайты на предмет информационной безопасности детей. Не исключено, что содержимое всемирной паутины вновь подвергнется жесткой фильтрации. Агрессии очень много. Компьютерные игры все на убийствах. В игровых центрах там все эти стрелялки, там человек кровью заливает, у него нога, голова отрывается. Ну, конечно, это страшно. Вроде бы мы к этому привыкли и так воспринимаем это очень снисходительно. Но это мы, взрослые. А мы должны же понимать, как на это реагируют дети. У них-то совершенно другой взгляд на вещи. Впрочем, как отмечают депутаты, законопроект по защите детей от негативной информации еще сырой и требует доработки. В частности, мажилисмены озадачены видом и размером наказания для нарушителей будущего закона.